Всем привет, с вами дядя Володя Страшный и Юпитер 5. Ну и сейчас долгожданный для меня Фредубас на 20-й звезде. Стояла 16-я, видать, с завода стояла на этом двигателе. Двигатель новый, свежий, с виду. Ну, поставлена мною 20-я. Также я вонзил, вчера начал, сегодня закончил кофрик. Так, едем. Умный лед с белой панелью на 21-й звезде ездит нормально. Ну, я опять же говорю свое мнение. 16-й он ехал 60 практически. Как там кофр держится пока? 80 едем. Я думаю, 21-я звезда тоже здесь бы была неплоха. Ну, дело в том, что у меня ее нету. Сейчас до поворота доедем, остановлюсь, посмотрю, как там кофр себя чувствует. И поедем в обратную сторону. Движок холодный был, когда я поехал. Сейчас-то он нагрелся маленько. Надо бы холостые подубрать. Вот так вот я простволил. Ну что, кофр на месте, никуда не убежал. Все. Ехаем обратно. Хоп-хоп-хоп. Кто едет, кто летит. А справа нету. А слева вот так вот. Нормалек все получилось. Это вторая пидорачка. Ну, третья. 70. 83. Даже такое впечатление, что подбуксовывает сцепление. Надо будет отпустить маленько. Сейчас тросик отпущу. Ну, на ходу, да. На ходу это неудобно, но я это сделаю. Так. Тросик маленько отпустил. Ну, вот так, незаметно. Мы уже на четвертой едем сотню. А грудь вообще не дует. Все сверху. И дорогу прекрасно над этим я вижу. Ну и вы сами вместе со мной видите. Вернее, вот камера чуть ниже моих глаз, сантиметров на 10. Вот так вот. Вот так я вижу, как сейчас вы. Ой, дымяра сзади. 2Т. Кстати, и масло сейчас тут залито. Не помню какое. Это я тут же камера, ё-моё.
Ну, спереди у меня нету номера. Но и выезжать я за пределы не буду. Всем спасибо, всем пока.